В Душанбе под руководством председателя Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Согласно повестке дня, на заседании Совета было рассмотрено 15 вопросов. Члены Совета вначале обсудили законы Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики Таджикистан об образовании и о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о страховой деятельности. В ходе заседания члены Совета Маджлиси Мили обсудили предложение президента Республики Таджикистан об отозвании с должностей судей Верховного суда Республики Таджикистан Хакимзода и Наимзода, отозвание с должности первого заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан Комили, избрание на должность первого заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан Абдулозода, избрание на должность судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан Аминзода, а также отдача согласия на освобождение от должности заместителя генерального прокурора Республики Таджикистан Талбакзода и Руфизода, освобождение от должности заместителя генерального прокурора главного военного прокурора Республики Таджикистан Зоирзода, назначение на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Таджикистан Каримзода, назначение на должность заместителя генерального прокурора Республики Таджикистан Азимзода и назначение на должность заместителя генерального прокурора главного военного прокурора Республики Таджикистан Вохидзода и приняли соответствующие решения по этому вопросу. Также на заседании Совета Маджлиси Мили обсужден проект постановления Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан об отчете Генерального прокурора Республики Таджикистан о контроле над точным соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики Таджикистан в 2023 году и в установленном порядке представлен на рассмотрение 17-й сессии Маджлиси Мили.